Ну и продолжая спортивными темами, сегодня в Париже стартовали 11-й соревновательный, вернее, соревновательный день 11-й летней Олимпиады. Уже к обеду по казахстанскому времени на олимпийский корт выйдут легкоатлеты Давид Ефремов и Нора Джерута. Первому предстоит преодолеть 110 метров с барьерами, а второй 3000 метров с препятствиями. В это же время пройдут соревнования по гребле, на байдарках и каноэ. По греко-римской борьбе выступит Демиу Жадраев в весе 77 килограмм. Также казахстанские болельщики могут увидеть состязание по скалолазанию. Ключевым событием станет полуфинал в боксе. На ринге встречаются Назым Хазайбай и китаянка Ву Ю.